Уголовное дело о краже мобильного телефона расследуют органы полицейского дознания. Фигурант, который подозревается в совершении этого преступления, не нашел ничего лучшего, как обворовать свою знакомую, который заявился в гости. Сотрудники отдела дознания МВД России по Октябрьскому району города Иваново расследуют уголовное дело по факту кражи. Установлено, что 24-летний житель областного центра вместе с приятелем пришел в гости к своей знакомой. Когда девушка отлучилась из комнаты, молодой человек присвоил мобильный телефон хозяйке жилища. После пропажи телефона его хозяйка обратилась с заявлением о краже в полицию. Разбираться в том, кто мог прибрать пропавший телефон, долго не пришлось. Подозрение сразу пало на молодого человека, заходившего погостить. Уже в отделе полиции он признался в совершении хищения. Так, что делали? Ничего, просто сидели. Вот она ушла в эту комнату. Я взял телефон, ушел. Какой телефон меня похитили? iPhone 6. iPhone 6? Да. Что с похищенным сделали? Ничего, просто продали. Продали? Кому? В Авито выложили, да и все. После этого они с приятелем ушли, и фигурант выложил похищенные на продажу на одном из популярных торговых интернет-площадок. За украденный девайс он смог выручить 3000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Парень, подозреваемый в совершении кражи, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Это тоже было имущественное преступление, совершенное, как говорят, по малолетке и около 10 лет назад. С тех пор он не воровал. Но на этот раз не сдержался, и тому, как говорит сам, были причины. По словам задержанного на совершении преступного деяния, его толкнула личная обида. Ранее потерпевший был конфликт с его отцом. Она мне денег дала. Денег должна? Да. Она занимала ранее? Нет, она у моего отца свистнула, ну, грубо говоря, украла. У покойного отца. Какую сумму? Около 20 плюс минус. Вот я с вахты приехал. Вы заявляли на нее в полицию? Нет, заявлял, отец сказал, сам все решит, ну, по-хорошему. По факту кражи полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. На сегодняшний день подозреваемый в хищении телефона возместил потерпевший нанесенный ущерб.